Представьтесь, пожалуйста, уважаемый. Сейчас представлюсь. Представьтесь. Машину. В смысле представлюсь я тебе? Представьтесь. Вы с какой целью мне прострелили колесо? Вы с какой целью мне колесо прострелили? Слышишь? Уважаемый. Я с вами разговариваю. С какой целью мне колесо прострелили? На машине. Разберемся. С какой целью? Успокойтесь, успокойтесь. Как это успокойтесь? Успокойтесь. Вы что? Вы мне машину помяли, вы смотрите. Смотрите. Конечно, пьяный. Пьяный. Да, конечно. Пьяный. Я на тебя наехал? Да, да. Вы попутали, что ли, парни? Вас как зовут? Разберемся. Представьтесь. Разберемся. Вы представьтесь. Разберемся. Не ори на меня. Пошли. Вы кто такие? Я поехал дальше. А как-то не поеду. Вы кто такие мне отвечать ехать? Начальник полиции. Вы кто такие? Опер, уполномоченный. Уполномоченный. Удостоверение покажите. Удостоверение покажите. Вы мне кто такие? При исполнении драка. Я не драка. Удостоверение покажите. Пожалуйста. Давайте. В развернутом виде. В развернутом виде покажите удостоверение. В развернутом виде удостоверение покажите мне. Вот вам удостоверение. Старший егерь Кигинского района. Пожалуйста. Мы сейчас где находимся? Кигинский район. Кигинский район. Да. Вот, объясните мне, пожалуйста, как вас зовут? Артур. По отчеству? Ансарович. Артур Ансарович. Да. Вот, объясните мне, пожалуйста, какой целью вы помяли мне машину? Это вы помяли. Я помял? Нет, вы в бок скрыло время. Вы Игоря пытались задавить? Да. Кто? Да, вы. Вы, где? Вы что, да, я, наговариваете ага, сейчас на нас? Да, вот здесь. Он сбоку вы, товарищи. Он сбоку нет, был. Вы что сейчас на нас наговариваете? Я перед вами стал, вы меня чуть не задавили. Ага, конечно. Мамай, стреляли, он стреляли, блядь. Пожалуйста, да, мы ничего выбежал, не стреляли, пожалуйста. Лицо, целился. Пожалуйста, пожалуйста. Полностью сделаем, мужики. Сейчас. Пожалуйста, мужики, не вопрос. Мы здесь не охотились. Не торопитесь, сейчас. Мы здесь не охотились, не вопрос. Сейчас, опергруппа, выехала. Это не наш. Я не спорю, это не ваше. Но мы здесь и не я охотились. Не знаю, я во-первых узнал тогда, когда только... Вот смотрите, вот данный Нива и УАЗик нам помяли автомобиль. Вы как сотрудник полиции, сейчас вы примем, должны отреагировать. Примем меры сейчас, сейчас, пожалуйста. Вот смотрите, помяли сейчас, автомобиль, сейчас примем меры. Прострелили колесо. Уважаемый, вы не уходите, пожалуйста. Вы как сотрудник полиции, вы обязаны принять мое заявление. Вы куда пошли от меня? Сотрудник полиции, старший лейтенант. Вы говорите, стреляли не в нас, стреляли в колесо, да? В колесо стреляли? В колесо стреляли? Я вам вопрос задаю. Вполне адекватный вопрос. В колесо стреляли? Вообще-то вопрос задаю здесь я. Я как гражданин Российской Федерации, я сотруднику полиции, имею право задать вопрос. Вы в колесо стреляли или в нас? Синяя краска на УАЗике. Краска. Бортовали. Ниву. Ничего у нас нету. Погоди. Ничего? Отойди. Нива с места ДТП уехала. Товарищи уважаемые, вы скрываетесь с места ДТП. Я вам говорю голосом, вы скрываетесь с места ДТП. Ваши действия. Сотрудник полиции, ваши действия, вы скрываетесь с места ДТП. Сотрудник полиции стоит. УАЗик скрылся с места ДТП. УАЗик не скрылся с места ДТП. Скрылся УАЗик, с места ДТП. УАЗик доставляет оперативно-следственную группу, которой невозможно туда проехать. Ну конечно, конечно. Снимай дальше. Да. А Нива куда делась? Нива. Я откуда знаю Нива? Ты же когда здесь был, когда я же оттуда приехал. Ну. Зачем ты с Нивой приехал? Ты сотрудник полиции, ты с Нивой приехал. Куда Нива делась? Которая нам бок поцарапала. Не знаешь? Нет? Вот здесь стреляли по нам. По нам стреляли здесь. Можешь?
Сотрудники полиции. Товарищи инспектора, можно вас? А я туда поедем, потом придете. Товарищ лейтенант, можно вас на минутку? А я туда. Здесь по нам стреляли. Нет, здесь, останьтесь, пожалуйста, я снимаю на камеру все. Вот так относятся кигинские сотрудники полиции.